Иди их, ёбаный рот. Кресты.
Хантер. Блядь. Какой чайный пакетик уйдет? Еру давай. Мусор. Носа, хуярит кровь из носа. Проверить, ну зато стакается типа на танках. О, если вот этот шлем не нужен, отдай мне на танк. Ну так кашля. Да и похуй. Он латы. Ну как ты его затрантишь? Он латы.
поет. Ты будешь разоролевать? Одна ручка и эту ебаную. Я на транс хочу. Что там следующее? Испытание крестьянства? Бля, вот под мой сет вот эта башка никуда идет нормально. Да, только ты ее не затрансишь. Да, разве? Она АДКшная. Похуй, она желатый. Ну ты не затрансишь. Ты пробовал? Это честь для меня. Я пробовала. Но только я с АДК трансил другие, это класс. Нихуя не понял. Приветствую. Что можно? Можно, да? Именно этим слоганом Войд руководствовался, когда пиздил чешку. Thank you.
Кто там? Ну и что? Блять, посадь меня. Дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Есть подозрение, что кто-то бьет во фрост-стойке. Войд, беги престом. Рак. ГП ему. Глебей не во фростой. Господи Иисусе. Не-не-не, раздавака, это фейсролл по клаве. Ретрики так на БГ бегают просто, я знаю. Кстати, дайте дагер на транс. Тебе никому не надо там.
О, кидай на ролл, мы с Мишей про паролем. Но мне зачем? Ну ладно. Готовьтесь к сотрению! Ага! Получилось! Ты всевластно убил продам не попался! Мастером призыва! Дайте лапку, пожалуйста. Трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас. Ну, заберите меня, кто-то в парке нахапало, пожалуйста, на место мало, блин.
кого пиздит, если охотницу некому тянуть. Блять, звезду все слить не сможем. Нет, хилов никто не контролирует. Вау, догадались дерево изгнания кинуть. Ауш. Беги, малышка, беги! Это лучшие представители Орды. Все, ливаем в катке дауна. Мы не выиграем. Убили звезду. Ты рад? Где уж тебе? Войн, за что? Ну так не я один хилял. Ноль контроля по паладину и шаману. Я на паладине со следующего трапа.
Добрый день. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Не хотели запятнать... Войт, дашь под электрошаму? За что вы эти ебы сняли? Во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что... Ну, я посадил, ходил. А. Я на кресте повешу с костами. Thank you.
сука, ебучий пояс, хули он не падает. Ой, ты издеваешься? Шуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете! Скал перебил. В могуществе Орды, паладин, мы примем любой вызов.
Да я их не таунтил. Я одного таунтил, блядь, второго просто ударами. Всегда так делали, блядь. Ай! Падаем. Чё падаем? Один человек-то умер. Ну два, ладно. Один. Четыре. А, нет, три. Мать соло танчит. Ну знаешь, лихопалом сложно сферы разбивать. Как никто не бьет все равно. Беги!
крестоносцев. В соревнования будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Почему? Ты про кого? А я Питер. Трёх дыры. Нару нас не забыли. Всего тебе хорошего. Помню. Войд, хорош, хорош. Важно, говорит, оставаться дружным коллективом. Сука, пидоры, блядь. ДТП. Пидоры, гандоны. Каждый раз вас сюда водить за ручку. Хорош. Недостаточно.
Потому что, скорее всего, эти люди играли, блядь, не на ру-серверах. Ну, а это в чем разница? Просто не на ру-серверах за такую хуйню сразу без разговоров кикают с рейда. За серьезный косяк сразу нахуй кикают с рейда. Никто не будет объяснять тебе в дисе, что ты дурачок, блядь, и ты пошел не туда. Надо оставаться дружным коллективом. Ну, надо, да, оставаться дружным коллективом. Хорош. Ну, я вот всех люблю и уважаю. Без рофла. Ну, есть тут пару людей, которых я не переношу, да, но... Это я, да, я. Очень приятно. Нет, не ты. Это на пробой, да? Это пока. Хоть ты меня и ненавидишь, я к себе нормально отношусь. Не достаю. Слишком... А я? Это кто? Меня тоже ненавидит. Туся? Да. Блядь. Вернитесь, пожалуйста, кто-то один, потому что тут три, сука. О, класс, могу сильно. Какой? Void Spirit? Void Spiritus, который? Есть что ли? Фир. Фир. Ебать, я ж не вар с этим самым с яростью персерка, чтоб скидывать. Охуенно ты придумал, если бы я андедом еще был, тогда ладно. Сегодня пожалел на арене, что респектнулся с того рэда. Люди, которых я ненавижу, знают, что я их ненавижу. Ты ж вар, живи. Только на пойму отвлеклась, ты уже умираешь. Вон там панк. Слишком.
Могу я в холле палец затанить? Легионеру пати кидай. О, сейчас посмотрим, как он дамажит. Тут царь все пиздел на него. Что он плохой всякой такой. Сука, два молота на ару. Поделай фури пала на. Пипи, стой. Шкаф. Сумон пана, сумон легионера. Включи эту хуйню. Ну, у некоторых пэтов есть таунт, ее можно танчить. Хуёвое обоснование. Обоснование такое, что, блядь, это БКшные инсты, и здесь боссы все корилые, как на ЛК такой хуйни нету. Нет, халёнов бог бьют.
и в жопу. То ты плохо видел. Дили с Энхом, но руки как раз бьют в бок или в задницу. Так что ты поздёшь. Левита. Ты бы лучше спросил, какой мудак здесь, блядь, текстуры на арене тестил. Или то, что к нам скрытень в ЗСе приходит, блядь, через полкарты. Как говорится, каждый сам за себя. Почему бы и нет? Да хранит тебя свет. Какая хуй разница, сейчас все равно прилетим первыми с умалем. Открой свое сердце свету.
Так. На кубы плюсы. Да берешь просто и ставишь. Все. Я хочу, чтобы я уверен был в этих людях. Ну ты меня в этот раз поставишь, если я тогда забыла прожать. Это мало ли ты злопамятник. Знаю. Ну давай я стану. Я не проебусь. Блять, Вара, ты суманите. Ты нахуй нам твой Вара, приз полезней. Угу. Принимай. Я вообще-то напуливать побежал, потому что они не хотят идти. Ваша жалкая кровь лежит мне. Будет удерживать меня вечно.
Алло? Да слышим тебя, слышим. Один, походу. Ну будет сейчас время респектнуться, по идее. Хороший фурик. Очень хороший. И Рога хороший. Чем вы, блядь, его вчера напоили таким, эту Мишу Прошу, он так дома... Хуячит, я бы даже сказал. Ну, у него 16к статики. На звезде кто? На звезде кто? Я. Геру давайте. Thank you.
Или я на Медвея пойду? Я на ДК пойду. Здорово. Ты чё, охуел, блядь? Я наконец-то успела выходить из инстов, чтобы вот мне всякий хлам не скидывал. Надо. На фурик. Нахуя на тебе? Выйд обычно, когда кидают на лут, об этом не предупреждают. Злой ты, блять, человек. Да я видел твою просьбу. Дися. Пожертвуйте, блядь, голодающим протоваром. Так, стоп. Секундочку. Лю! Синих полироля. Шевлял. Ну... Ты мне верни. Наверное, выгоднее продать и будет. Слышишь? Верни 200 ИП, блядь. Я поссать ходил, блядь, мне ИП накинул. А я ухожу поссать, и этого никто не замечает, да. Несу в нее, блядь.